Здравствуйте, с вами прозрачный гонщик. Вообще-то я готовился к финалу, но организаторы отвлекли меня на эту игру. Тема моего выступления – космический туризм. Представьте себе, Днепропетровск, ракетостроительный завод «Южмаш», рядом с которым стоит гараж, где тоже собирают ракеты, но с украденных на заводе деталей. Игорь, в роли сторожа-алкоголика, у которого осталась неделя до распада печени. Еще целая неделя! Все, иди отсюда давай. Так, радио, о чем мы молчим? Сторож FM. Встань и иди, ларек. Ну ты же этого так хочешь. Не, у меня еще со вчерашнего дня должно... Ох ты, черт. Блин, что, опять придется конденсат пить? О! Вы активировали 7-месячный космический тур Днепропетровск-Андромеда. Какая еще Андромеда? До старта осталось 5, 4. Да мне завтра смену сдавать! 1. Пуск. Какой пуск? Вы включили ближний свет. Вы сбросили продовольствие. Зачем? Вы включили скоростное прослушивание телесериала «Сваты». Вот это я это! Да нашел мне твой бинокль! Это Википедия говорит. Ну хотя бы крабовую палочку. Вы активировали систему самоуничтожения. 3, 2, 1. Вы активировали систему самоуничтожения под веселую музыку. Черт! Система самоуничтожения отключена. Фу! Пронесло! Че там, куда я улетел? Ох, нифига себе! Далековато. Так, тут где-то должна быть же кнопка «Голосовое управление». По-любому должно быть! Вы активировали систему голосового управления. О, все, слушай мою команду. Хочу домой. Выполняем указания. Вот так вот. Слова и музыка Николая Симоника. Песню «Хочу домой» поет Николай Симоник. Колеса поезда стучат. Это что такое? В тиши. Давай выключай. Это входит в туристическую программу. Тогда потише сделай. Мелькают станции. Еще тише сделай. Огоньки. Еще чуть-чуть тише. Отлично, вот так пусть и играет. Черт. Так, слушай мою команду, открой туалет. Для активации туалета нужно спеть любую песню Виктора Павлика. Чё-то там. Чё-то там. Блин, легче перетерпеть, чем вспомнить. Кто там? Здравствуйте, вы верите в Бога? Ну, теперь, походу, да.
Тогда приходите в ДК Ленсовета в субботу в 17:00. Не, я не приду. Ну тогда купите хотя бы набор сковородок. Ладно, я приду. Храни вас Господь. Взаимно. Вот так вот их отшивать нужно. Понятно? Слушай, ты обещал экскурсию какую-то там. Посмотрите, пожалуйста, налево. Сейчас мы пролетаем звезды, раскупленные по модной тенденции в конце 90-х годов. Вон, вдалеке, звезда Виктора Ивановича Михайлова, погибшего в перестрелке при переделе Бессарабского рынка. Интересно, слушай. Что это такое? На нас надвигается метеорит. И чё? Это у меня? Что это? Игорь, тише. Мне жена звонит. Давай сделаем перерыв. Отдохни пару минут. Пока звонит телефон. Хочу дать тактический совет мужикам. Мне сейчас звонит злая жена, и я специально тяну время, потому что у меня вместо гудков стоит ее любимая песня. И за время, пока я подниму трубку, она растает, и я буду говорить уже с адекватной женщиной. Да, дорогая. Где ты шляешься, скотина? Я на Лиге Смеха, теперь важный человек. То есть ты мне хочешь сказать, что ты на Лиге Смеха? Тогда пускай Потап мне ответит, сколько в известном фильме было спартанцев? Не отвечайте, у нее есть матерная концовка. Тогда сфотографируй, как Сергей Сивоха садится на шпагат. И без этого фото домой можешь не возвращаться. Сергей Анатольевич, выручайте. На кону ячейка общества или ваши джинсы? Согласен. Такую жену я себе еще найду. А такие джинсы уже вряд ли. Игорь, поднимайся на сцену. Мы продолжаем. Так, на чем? Чем мы остались? А, метеорит! Это, я не нашел ДК Ленсовета. Его, по-моему, переименовали. Ну, в связи с декоммунизацией. Ты черт, а? Игорь, не открывай. А то станет хуже. Господи, что может быть хуже смерти? Игорь, знаешь, что может быть хуже смерти? Это когда идешь зонтом, а ветер его выгибает в другую сторону. И сколько бы ты его раз не выравнивал, все равно он будет выгибаться обратно. Потому что зонт почувствовал свободу. Подожди, Марк, одну секундочку. Один вопрос. Скажи, пожалуйста, ты прозрачный гонщик? Да. Или нет? Я не понял. Что тут происходит, а? Добро пожаловать ко мне домой. В смысле домой? Подожди. Я не понял, как это домой? О, извини, у меня не прибрано. Так, не балуйся. О, Господи, какой неряшливый. Марк! В смысле, мы что, где мы находимся? Где? У тебя дома? Да, я здесь живу. Как ты здесь? Тут же невозможно, тут же ничего нет. Тут все есть. В смысле? Вот у меня лампа, диван, ковер на полу, ковер на стене, ковер на потолке. На потолке? Да. Я пошел дальше. Так, Марк, успокойся, можно на пару слов тебе, пожалуйста? Вот буквально, слушай, вот люди, когда на тебя смотрят, они думают, что ты... То, что они думают, это уже хорошо.
Да, это плохо для нашего правительства, но для нашей, да, человеческой компашки это очень хорошо. Так, Марк, подожди, ты вот здесь живешь хрен знает где один? Почему один? Мы будем жить с тобой вдвоем вместе. Так. Ладно, шучу. Прошу заметить, первый раз за 2 года. Ладно, черт с ним совсем. У тебя туалет тут есть? Есть. Но там нужно перед входом спеть песню Виктора Павлика. Я ее не помню, поэтому туда я не хожу. Ну, тут повсюду кратеры. Так, все, короче, не нужно мне ничего, перетерплю. Какой-то Ладно, кошмар. Игорь, пойдем, я тебе кое-что покажу. Присаживайся на кресло. Куда? На кресло. Сейчас что-то будет. Подождите меня. Слушай, вот 100% люди пришли сюда и очень сильно хотят узнать, кто ты. Может, ты откроешь свой шлем? А, это ты! С вами были Марк, Игорь Ласточкин, прозрачный гонщик и Виктор Павлик. Ну, собственно говоря, всех представили, так что повторяться не буду. Молодцы, ребята. Что? Я, Потап, ничего личного, но убирать за собой надо.